Йоу! Ну что, наконец-то мы на Хопре, наконец-то мы на лодочке. Сегодня у нас сплав по реке. Закинули нас километров на сколько-то от города. Не знаю, на сколько. По реке сказали плыть полдня, может, побольше. Так что будем сплавляться. Будем смотреть, что клюет. Река сегодня чудесная. Погодка хорошая. Будем ожидать поклевочки. Ловить сегодня будем на две палки. У меня на одной палке живчик уже насажен. Да, буду в коряшках пробовать иногда щучку поймать. А вторая ультралайт. На нее в основном мы будем ловить. Будем пробовать поймать что-нибудь весомое, чтобы прочувствовать силу рыбки. Что, не будем затягивать? Мы потихонечку собрались, никуда не торопимся. Впереди весь день. Поехали! Опа! Что? Первый голавлик не заставил себя долго ждать. Сейчас фоточку с ним. Когда? Ой, как хорошо. Кто-то. Давай, иди сюда. Когда? Ой, как давит. Давай, иди сюда. Иди сюда. Опа. Ребята, это трофей, это больше килограмма щука. Так, надо приставать к берегу. Так, ну, здесь больше килограмма, где-то 300 кило, может, 1,5. Дома ее взвесим, а пока едем дальше. Так, на меня идет. Ух, хорошо. Не. Опа, еще одна. Ё-моё, вот это я рыбак, еще одна закилоха. Да что ты будешь делать? О, хорош. Так, ну это по весу, по-моему, даже покрупнее, чем предыдущая. Такая ровная килошная щука, закилошная. Блин, охренеть. Я столько крупной рыбы за все 5 лет, что на Хопре ловлю, не ловил.
Ой, кайф. Ох, хорошо. Опа. Ой-ой-ой. Да, ну этого мы так возьмем. Да? Возьмем же. О, хорош. О, наш первый хороший зачетный голавль. Нету. Такая коряга здесь должен стоять. Нету. Ну ладно. Йоу. Ну чё? Остановились мы немножко передохнуть в таком вот красивом месте. Перед обрывом. Тут болотце небольшое. Сейчас поставим миножку, попробуем здесь щучку и дальше поплывем. Надо уже это одну кофту на голову накидывать, потому что жара. О, рожа уже обгорела. О, о, гоняет. А мы кофеечку попьем. Вот это обрыв. Забор. Это, по-моему, какие-то домики. Хопер ничего не щадит, когда разливается. Уплывает все. Такое место удивительно, что никого нет. Ах, сошел. По-моему, окушок был. Или головлик. Что-то небольшое. По классике, да? На границе солнышко и тенечек стоял. Скорее всего, голавлик. Уже второй небольшой сход. Сейчас на другой берег переплывем. Там заводинка хорошая с корягами. Надо попробовать.
клюнул в тот момент, как камера выключилась. Так. Что ж вы сегодня жрете-то так глубоко, а? Ну, ч-ч-ч-ч-ч. Попробуем тебя аккуратненько. Так, вроде без повреждений особо. Иди гуляй. Ну, пошел, 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 пошел. Хорош. Прямо около лодки догнал. Так. Давай еще проводочку. Здесь их много, но мелкие весь. До этого проводку делал. Несколько раз догонял, стукал. Ах, сошел. Из-под самого берега, зараза, взялся. Так, тихо, малой. Тихо. Аккуратно, за щечку, да? Так, и гуляй, Вася. Иди сюда. Опа! О! Вот это да! Тарамс! Шнурочек попался, пока телефон заряжался. Беги. Молодец. Так, что пропустили? Проплыли до хренища. Поклевочки по-прежнему есть. Рыбка активная. И головлик стукает. И щучка поклевывает. Некрупная. Я так полагаю, плыть еще порядочно. Фух, надо остановиться, перекусить. И еще один. На волю. О! Седалище каменное, отсидел, вышел немножко на берегу походить ножками, чтобы пятая точка немножко отошла, и заметил на шнуре потертость где-то на середине, поэтому чтобы время долго не тратить много, сейчас просто катушечку поменяю. Катушка будет потяжелее, но это сильно роли не сыграет. Сейчас одного поймали. Прямо здесь два сошли. Головлики клюют, несмотря на то, что уже жара. Сейчас кофеечку попьем, катушку поменяем и дальше поедем. Впереди еще километра 3-то точно, может даже побольше. Погнали! Так, еще один попался. Ветер такой поднялся, несет сильно.
Но ловить все равно получается. Эй! Нормально мы дали. Интересно, я хотя бы половину маршрута проплыл. Рыба клюет, это самое главное. Поехали дальше. Самый опасный хищник водоема. Собственной персоны. Ай-яй-яй-яй-яй. Ать. За такой шикарной корягой и никого. За корягу обидно. Мама, утка с утятами сидят, греются. Так, ну, один раз это случайность. Два раза это уже не смешно. Это не уклейка. Это то, что я точно могу сказать. Стоило камере перестать снимать. О, зажрал. Зажрал, зажрал. Этого придется брать. Мы, конечно, маленьких не берем. Но жабры повредил. Съедим. Ребята, это мой рекорд. Мой первый трофейный голавль. Тут, наверное, килограмма нету, но он ближе к килограмму. Я, конечно, переочковал. Еле в сак вел. Красота. Опа. Так, малой, чуть-чуть, тихо, 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 тихо. Пальцами жертвуем. Опа, пошел. Опа. Ну. Ай, молодец.
веки. Чухонь. Вот это да. Вот это да. Хорош. Тычок. Догонит? Дальше не пошел. Давай еще раз. Палка офигенная. Прям самые аккуратненькие тычки чувствуются, как щиплет. Все, больше не захотел. Давай с этой стороны. Ладно, дальше едем. Ну что, погода испортилась, а мы уже приехали. Вон наш берег. Пойдем собирать лодочку. Шея обгорела, конечно же. Рыбы наловили кучу. Кучу отпустили. Кучу упустили. Поймали первого трофейного головля. Поймали первую чухонь на спиннинг. Две щуки хорошие поймали. Все это мы ловили на ультралайт. Голавль весь был пойман на такой замечательный крэнк. Что фирму можно было разглядеть. Не фокусируется. Отработал просто замечательно. И рыбалка, а сказка. Наверное, самая рыбная рыбалка на Хабре. Фух, кайфанул от души. 12 часов мы плыли. Всем ни хвоста, ни шеи, всем всего-навсего. Пока.